Новости спорта. В Московской области в субботу стартовало первенство мира по женскому баскетболу среди юниорок, в котором принимают участие девушки до 19 лет из 16 стран мира. Одной из площадок проведения чемпионата стал Видновский дворец спорта. В минувшие выходные здесь уже прошел ряд игр. В понедельник у спортсменок тренировочный день. Со вторника по четверг предстоит еще два дня матчей. И начиная с пятницы состоится финальная серия игр. Принимать соревнования такого уровня для сотрудников Дворца спорта – большая честь. Это позволяет привлечь внимание молодежи района к спорту. Мои надежды и надежды вообще, наверное, всей Российской Федерации, что молодые дети, точнее юные дети, мальчики и девочки, как она посмотрит на чемпионат мира, как они смотрели на Олимпиаду, и начнут идти больше в спорт. То есть, по большому счету, все спортивные мероприятия – это основа для укрепления здоровья нации. Следите за расписанием игр финальных матчей и приходите посмотреть на лучших баскетболисток мира.